не лгала. Хватит лить мне в уши, тетя. Я могу избавить тебя от кошмаров. Я заставлю их исчезнуть. Всю эту боль. Всю беду. Скот, просто позволь мне это сделать. Надо хорошо подумать. Иди-ка ты нахер! Что ж, мне очень жаль тебя. Чушь собачья. Не дергайся. Давай все уберу. Все получится. А если нет, ты загладишь свою вину после съемок у меня в трейлере. А, прямо как сироп от кашля. Мятный. Да, меня и впрямь тошнило. Стоило того. Может, мне уйти? Ладно, ладно. За работу, ребята. Собрались быстренько. Еще раз снимаем эту сцену. Повторяем. Окей, звук пишется.
Камера пишет. Ладно, все по местам. Приготовились. И начали! Фрэнкстоун наконец-то стал тем, кем должен быть. Моим воином. Убийцей, достойным сущности. Брешь между мирами открыта. Расколота жертвами и насилием. Мощь сущности поглотит все. А что же я? Та, что подарила ей возможность поглотить этот мир. Я буду ей служить верно и покорно. Мое призвание — впитывать ее знания и разделять ее величие. Я Августина Лилия, и я впустила сущность вашу. И мучений. Все ради этого мига торжества, совершенства. Почти невыносимое. Приношу тебе дары. Я смиренно жду награды за верную службу. Бесконечно. Thank you.
Мам, посоветуй что-нибудь своему медвежонку. Помощь мне бы не помешала. Любая помощь. Спасибо. Да? Там же ничего нет. Это точно хорошая идея? Узнать наверняка можно только так. А нам нужно знать. Да. Да. Окей. Что с ней делаем? Мы ее разделим. Каждый возьмет по куску. Будем держать их как можно дальше друг от друга. И никогда, никогда не позволим им воссоединиться. Других вариантов нет? Увы, других идей у меня нет. Нам придется с этим жить. А Ривера... Ривера... Больше никто не должен пострадать. Ладно. Эту пленку нельзя было восстанавливать. Дальше все буду разруливать я. И только. А вы живите своей жизнью. А об этом забудьте навсегда. Не рассказывайте никому. Вы в этом не участвовали. Вы ничего не знаете. Поняли? Я все вспоминаю. Наш мир мертв. Его поглотило нечто вне времени и пространства. С моей помощью.
Кто-нибудь еще? Не все. Сэм Грин, он ведь просто пытался помочь, и вот... Теперь... Он дорого заплатил. Мы даже не представляем. Ты Крис не встречала по пути? Нет. Прости. Что случилось с Августиной? Я видела ее по пути. И? Она очень хотела что-то сказать, но зачем слушать ее? Кто они? Они здесь были задолго до меня. Мне это не нравится. Нам надо двигаться. Давай. Куда? Стой. Почему ты не пошла дальше? Почему ты там сидишь? Близко, нужно бежать! Погоди. Почему оно не приближается? Оно ждало. Прямо как мы. Чего? Тебя. Что? Все на месте. Можно начинать. Я хочу домой. Это все, что есть. Убийца ты или выживший, сущность будет играть с тобой целую вечность. Бесконечное испытание страха, надежды, боли и жертв. Оно не кончится даже после смерти.